Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица передала в секретариат парламента папку документов по новому правительству. Сюда включены программы управления и список членов нового кабинета, в который входят 15 министров и вице-премьеры. Таким образом, кандидатами на министерские должности в правительстве Гаврилицы являются заместители премьера Владислав Кульминский «Вопросы реинтеграции» и Юрий Цуркан «Цифровые вопросы», Министерство иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску, Министерство внутренних дел Анна Ревенко, Минсельхоз Виорел Герчу, Министерство инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, Министерство окружающей среды Юлиана Катаранжиу, Минобороны Анатолий Носатый, Министерство экономики Сергей Гайбу, Министерство образования Анатолий Топала, Министерство культуры Сергей Продан, Минфин Дмитрий Будянский, а также Сергей Литвиненко, Министерство юстиции, Алла Немиренко, Министерство здравоохранения и Марчел Спетару, Министерство труда и социальной защиты. Напомним, 30 июля в здании президентуры состоялись консультации главы государства с парламентскими фракциями. Наталья Гаврилица была выдвинута кандидатом от парламентской фракции партии «Действие и солидарность» на должность премьер-министра. Представители фракции ШОР заявили о готовности поддержать кандидата ПДС. Блок коммунистов и социалистов на консультации с Санду не пришел. По завершении консультации президент подписал указ о выдвижении Натальи Гаврилицы на пост главы правительства.